Ты как? Да, нормально. Доктор Магуайр. Я думал, уже обед. Еще половина одиннадцатого. Рад познакомиться, доктор Магуайр. Я Майкл Фиск. Фиск, да. Как я? Идеально. Майкл Фиск – это человек, который понял, как надо счастливо жить. А он покончил с собой. Я должен был найти причину. Мне надо выпить. Мне нужен отчет о смерти Майкла Фиска. Ваше имя? Меня зовут Спирос. Спирос. Спирос Папалапидопулу. Спирос? Из Греции? Да. Как вас зовут? Кто вы? Друг Майкла. Спирос. Начнем с простых слов. Копия. Копия. Майонез. Майонез. Эвкаристо. Параполи. Вид, как будто ты только с корабля. Я могу объяснить. Эй, как ты? Как ты держишься? Здесь столько всего. Надо искать мастера, который закончит ремонт в ванной наверху. Может, я помогу? Завтра начну. Опа. Опа. Не говори опа. Вы же знаете, что бестолку. В таких делах нет ответов. Ты как серийный убийца, как в сериалах. Мисс Фиск, примите мои соболезнования. Мы расследуем все подозрительные смерти. Похоже, перед смертью его кто-то преследовал. Надо заканчивать. Что бы сказал Сократ, Майкл Фиск? Это у тебя непродуманная жизнь, не у меня. Как твоя жизнь теперь, Фил? Успеха для жизни недостаточно, и он понял это только, когда у него было все.